система, то ее будущее определено однозначно. Если оно определено, оно определено уж однозначно. Но единственное, это детерминированность динамической системы. Есть важные свойства, но вот мы хотим эту динамическую систему управлять. Да? Ну, простейший пример, который есть, который может быть дальше, это солнышко, вокруг которого движется планета Земля. Вот. Если мы знаем состояние и скорость в начальном времени, то в будущем мы с какой-то хорошей точностью можем состояние и скорость тоже определить. А теперь, для понимания в качестве примера, вот мы берем, допустим, задачу Кашель, да? Да. Вот если решение, если теорема единственности не имеет места быть, то это не является динамической системой. Нет. Ну, у меня все, у меня правая часть, она гладкая, скажем. То есть, скажем, задача Кашель для уравнения теплопроводности с положительным направлением времени является динамической системой. Ну, решение. Да, нет, это сама задача. Да. А вот с обратным направлением времени уже нет. В общем, нет. Сколько я понимаю, если. У меня, да, детерминированность – это ключевое свойство. Во-первых, и во-вторых, здесь управления никакого нет. Тут, скажем, мы находимся в такой как бы сложной ситуации, мы сели в поезд, он нас полетит. А теперь предположим, что мы хотим управлять, мы хотим рассматривать управляемую систему. Управляемая система в этом контексте это тоже обыкновенное дифференциальное уравнение, но в котором в правой части есть управляющий параметр U. Вот, что мы можем, управление U принимает в каком-то другом значении, в каком-то множестве, вообще говоря, под множество какого-то другого пространства R. M и N никак друг с другом не связаны. Что мы можем делать? Мы можем выбирать управление как функцию времени. Это рули системы. Мы можем выбирать значение в любом момент времени и подставлять правую часть. И тем самым получать уже неавтономное дифференциальное уравнение вот такого вида. И если мы для этого неавтономное дифференциальное уравнение выбираем начальные условия кафе, то тогда это решение... Она спокойно поднимает субъектов, немного страшно. Да, это лучше. Спасибо, согласен. Значит, если мы берем начальные данные каши, то решение однозначно определено, но при этом решение зависит от управления. Вот, простейший пример здесь, это ракета. Опять же, есть Солнце, есть ракета, которой мы можем включать двигатели попеременно и как-то управлять ситуацией. Вот. Какие задачи бывают для управляемых систем? Ну, во-первых, спрашивается, куда мы можем попасть? Это задача управляемости. Первая задача – это задача управляемости. А как она ставится? Вот если у нас есть начальное условие, и мы берем какое-то управление U равняется LT, то мы, как уже выяснили, однозначно определяем траекторию. Берем другое управление, там, он с волной. Получаем другую траекторию и так далее. Выбираем все возможные направления, выбираем пучок траектории. Спрашивается, какое множество пространств и состояний мы заполним? Оно называется множеством достижимых из точки х0. А какое множество пространств и состояний мы заполним? Пространство и состояние состоит из траекторий и бесконечных точек. Как оно устроено? Ну и, скажем, типичная ситуация является система глобально управляемой или вполне управляемой. Глобальная управляемость – это вот что. Для любых точек x0, x1 мы должны быть в состоянии попасть из точки x0 в точку x1 вдоль некоторой траектории. Управление при этом является исковым, неизвестным. Есть разные постановки. Можно, допустим, считать, что время движения сильно t1, а можно считать, что время движения любое. Одно и то же, да. Глобальное вполне и полное. Это одно и то же, да. Это связано с трудностью перевода? Ну, у нас, наверное,
Говорили о полной управляемости. Формалось здесь, переводили они. Вот просто где-то в паучке, где-то... Это же Панкреатис. Да, вот, да, это все его технология, его школа, на самом деле, вот эта буква У, это панкреатис, это управление. Вот. Ну, у нас, я говорили, о вполне управляемой системе, а свойство называется полной управляемости. Но на Западе Global Controllability, поэтому вот такая некоторая отличие. Вот. Это вот первая задача, это задача управлять. Предположим, что задача управляемости у нас решение имеет. То есть предположим, что мы из точки x0, точку x1 как-то найти можем. Как правило, таких путей существует не один. А, давайте нарисуем еще новую картинку. Вот у нас x0, x1. Предположим, что задача управляемости имеет положительное решение. Как правило, таких траекторий много. Вообще говоря, типичный ситуация, когда есть конечно. Имеет в виду, что положительный. Я забыл же задача имеет положительное решение. То есть, положительное смысловое положение. Да, да, в смысле решение положительное. То есть задача решается. Да. Мы умеем доходить из точки x0 в точку x1. Вот. Да, положительный здесь всегда является время. Вот и теория динамической системы, там время бывает положительное и отрицательное. В теории управления все-таки типичная ситуация, что время... положительный, не отрицательный. А, время, понятно. Время, да, решение с отрицательным временем, это означает, что решение было. Да, да, да. Можно сказать, вопрос о времени, но все-таки как бы типичная постановка, когда у нас время не отрицательное. Время, ну, потому что это инженерии, и приложений, поэтому... Понятно. Какая польза от того, что оно как-то... Ну, не, ну, теоретически, да, для математиков, да, но для инженеров, да, не очень. Хорошо, и вот... Как правило, таких траекторий много, и возникает вторая задача. Задача оптимального управления. То есть выбрать траекторию или управление в некотором смысле оптимально. Для того, чтобы измерять качество траектории... Так, доску наоборот можно упустить, чтобы... Да. Да. Для того, чтобы выбрать, оценить качество траектории, нужно ввести некоторый функционал, который измеряет качество этой траектории, ну, какая-то другая функция, фи. Пример, она измеряется ну, от нуля, допустим, до тарифа. Вместо этого функционала может быть энергия, длина, время или какая-нибудь другая величина, которая по смыслу должна принимать минимальное значение. Ну, если максимальное, просто меняем плюс на минус. Вот так ставится задача оптимального управления. То есть у нас есть начальные конечные точки, есть управляемая система, которая задается своей динамикой. Вот. Которые написаны здесь, и есть функционал качества. Требуется найти оптимальную траекторию, которая соединяет точки x0 и x1. Бывают другие постановки, скажем, можно идти не из точки в точку, а с подмногообразия на подмногообразие и так далее. Ну, большой разницы. И функционалы тоже бывают разные. Бывают функционалы терминальные, то есть, допустим, нам нужно минимизировать значение этих координат в конце. И задача быстродействия, мы минимизируем просто время для этого. Но существует и задача эквивалент. Вот я рассматриваю с интегральным функционалом. Вот так ставится задача. Это вкратце, это две, всего лишь две задачи математической теории управления, бывают другие. Стабилизируемость, эквивалентность и так далее, которые здесь я рассматривать не буду совершенно. Геометрическая теория управления, которую я здесь представляю, вот эти две задачи получили наибольшее внимание. Вот о них я расскажу. Чем будет отличаться геометрическая теория управления от общих математических постановок? У нас... Во-первых, пространство состояний, как правило, это не РМ, а гладкое многообразие F. Или же даже часто это группа Ли G. Вот. Это осмысленно, потому что имеется специальная техника в геометрической теории управления, которая работает специально, скажем, для систем левоинвариантных на группах Ли. На группе матричной. На группе матричной, да, теперь ситуация, просто группа матричной. Можно представить себе матричную группу. Да. Есть специальная техника, которая позволяет абстрагироваться. Ну, мы, допустим, группа матриц, жили матрицы порядка n, у которых определитель отличие от нуля. Ну, как банальный подход заключается в том, чтобы рассматривать ее вложение в Rn умножить на n. Но это неинтересно и неправильно. Это уходит на сторону от задач. То есть нужно работать строго на этом пространстве, на этой матричной группе. Есть специальная техника, которая позволяет
Матрица порядка N, да? А, маленькая матрица порядка N, не выражается. Да, все, там, как это же гораздо больше, чем друг. То есть, наоборот, как, ну, их же еще и перемножать можно. Это группа ли, конечно. Она наоборот, группа относительно умножения. Да. Вы их не складываете, а перемножаете. Да, конечно, да. Конечно, положения нет, это интересно. Сильно умножение, да. Так вот, значит, имеется специальная техника, которая работает с гладкими управляемыми системами на гладких многообразиях или же на группах. Все конечная мера. Здесь все конечная мера. Вот. И в частности, традиционных принцип Мальчева-Пантриагина в 70-х годах был переформулирован для задач на гладких многообразиях, а потом и на группах Ли. И там возникла специальная техника, которая, ведь, ну, как вы знаете, принцип Мальчева-Пантриагина по управляемой системе и функционал строит некоторую гамильтоновую систему. Так вот, эта гамильтоновая система, если, допустим, все задано на группе Ли, она электронов тривиализуется, это из классической механики. Видно, что гамильтоновая система для левой вероятном случае на группе Ли там тривиализуется, то есть часть координат отделяется, размеры системы может быть понижена, и тогда мы работаем вот в этой тривиализации и так далее. В общем, разработаны методы, которые позволяют эффективно работать с задачами, возникающими вот в этих геометрических постановках. В простейших ситуациях, где это неизбежно. Где-то этого можно избежать, но вот простая ситуация, где, видимо, это неизбежно. Вот я об этом расскажу, но не литерат. Извините, пожалуйста, да. Многообразие и группа Ли, вы имеете в виду, что это ограничение на возможное перемещение? Да, конечно, да. То есть система... До сих пор не было ограничений. Ну да, если бы на РМ, то ограничений не было. А здесь я имею в виду, что есть некоторое многообразие, и закон движения системы такой, что мы всегда остаемся на... Это многообразие. Мы никак с него выйти не можем. Поэтому мы о объявлении пространства можем забыть. И работать только на этом многообразии. Вот пример. Рассмотрим плоскость, по которой катится сфера. Вот у нас есть на столе сфера, и мы ее катаем сверху рукой или какую-то плоскую поверхность. Вот это называется качение, причем качение без прокручивания и проскальзывания. То есть проскальзывать мы не можем, сфера как бы резиновая, да, она скользить не может и не может прокручиваться вокруг вертикальной оси. Вот, в этом случае какое будет пространство состояние? M. Смотрите, чем описывается эта система? Ну, во-первых, у нас есть плоскость x, y, а во-вторых, нам еще нужно следить за ориентацией сферы. Ориентация сферы описывается группой вращений трехмерного пространства. То есть у нас есть, во-первых, R2, и во-вторых, есть группа SU3, группа матриц порядка 3 ортогональных с определителем единица. Вот, то есть пространство состояния этой системы – это вот это многообразие размерности 5. Здесь 2, здесь 3, итого пятимерное многообразие. И вот описывать ориентацию матриц удобно именно ортогональными матрицами. Или, допустим, квадернионами, которые в любом случае живут на трехмерном многообразии. Так вот, здесь, вот, например, при анализе этой задачи вот использование геометрической техники, видимо, неизбежно. Ну и так далее. Вот эту задачу я вам расскажу. Вот такое совсем краткое введение. Может быть, здесь есть еще вопросы? Нет, я просто пойду по слайду. Да. В принципе, еще по-другому самому выделил вся его достоинство работы, что он работал с ограничением. Ну, да, это правильно, конечно, он был геометр и тополог, но все-таки принцип Максима он писал на РР. Он не систем на многообразие он не рассмотрел. Ну, честно говоря, он не так много занимался теорией управления после формировки принципа максимума и там первых работ. Потом это ограничение же это уже означает, что я многообразие. Ну, важно, что ну, здесь для того, чтобы система существовала на каком-то многообразии, нам нужно ограничение на правую часть. То есть векторные поля должны касаться этого многообразия. Если это так, то система живет на многообразии. Вот у Пантриагина, вот, честно говоря, я такого не помню. То есть у него F, да, ограничение на F были, но у него X и X жило в пространстве. В РН, да. А вот там... ограничения на управление, конечно, были, да. А вот ограничения... нам нужны специальные способы правой части. Например, еще раз, вот... как бы, к примеру, со сферой. Вот, пусть в трехмерном пространстве у нас есть вот такая управляемая система. X точка равняется U1, X1 от X,
плюс 2, и 20. Система координат линейное управление, ну а вот весь ключ в том, какие здесь векторные поля. А давайте возьмем следующее. Векторное поле x1 вот такое. x3 минус y, d под x. Ну это векторное поле сдвига по координате y, это по x. А x2 это y, d под z, минус z, d под y. Тогда смотрите, какой геометрический смысл имеют эти поля. Поле x1 – это вращение вокруг оси z, вращение плоскости xy. А поле x2 – это вращение вокруг оси x. А оба эти поля касаются сферы с центром в нуле. И как бы мы ни ходили по этим полям, мы начнем на какой-то точке, мы всегда будем двигаться по сфере с данным радиусом. То есть вот свойства правоосяси таковы, что не вынуждает систему существовать на некотором подмногообразии объединившего пространства. И для того, чтобы анализировать эту систему, совсем не нужно помнить о том, что x принадлежит R3. Нужно считать, что x принадлежит двумерной сфере. Переработку уже у нас двумерной сфере с геометрической техникой, которая там есть. Вот такая защита. Да, хорошо. Итак, теперь я бы перешел к слайдам. Вот, значит, так вот здесь написан план. Ну, вначале я начну постепенно рассмотрю ряд задач, конкретно задачи оптимального управления, которые успешно решаются в геометрической технике. Да, вот здесь я буду опираться на работы нашей лаборатории в Переславле. У нас есть лаборатория, ну, мы называем исследовательский центр процессов управления, небольшой, всего 5 человек. И вот мы получили некоторые результаты. И вот на некоторых из них я вот здесь буду опираться. Вот. Итак, я опишу сначала примеры задач оптимального управления, потом еще раз будет небольшой повтор про динамически управляемые системы. Поставлю две задачи, задача управляемости, задача оптимального управления, опишу особенности. На самом деле, кое-что я сказал. Потом совсем кратенько об истории, в целом математической теории управления и геометрической теории управления. Потом перейду, собственно, к существу. Две важные теоремы, классические теоремы, которые здесь есть, по задаче управляемости. Теорема об орбите, теорема Маршевского-Джоу, ряд примеров, потом принцип максимума Панкрявина, геометрических формулировок, опять же, с примерами. И потом вернусь опять к задачам, которые были в самом начале, расскажу о приложении к робототехнике и к обработке изображений. Ну, какая-то литература, которую здесь разумно тоже напишу. И вот первая задача управления мобильным роботом. Мы рассматриваем очень простую, как говорят, кинематическую модель мобильного робота на плоскости. Это просто вектор, который закреплен в какой-то точке плоскости. То есть система задается точкой x, y и углом θ. Угол θ – это направление, в котором направлена наша машина, наш мобильный робот. Что мы можем делать? Мобильный робот может двигаться вперед-назад и может одновременно поворачиваться. Требуется перевести систему в изначальном состоянии q0, конечное состояние q0. То есть у нас есть начальная точка x0, y0 и направление θ0, вот на начальный вектор. И вот конечный. Нужно перейти из начального вектора в конечный оптимальный образ. Что понимается под оптимальностью? Ну, в принципе, здесь есть такой простой, первое, что приходит на ум, оптимальность в смысле длины на плоскости x, y. Но это решение простое. Мы должны повернуться, поехать по прямой и опять повернуться. Это просто неинтересно. Интересно сравнивать длины пространство x, y, θ, то есть штрафовать и за большие перемещения на плоскости x, y, и за большие повороты. Здесь, естественно, приходит такой, на ум такой функционал длины пространства x, y, θ. То есть мы измеряем евклидову длину, но в пространстве x, y, θ. Вот такой функционал, который мы хотим минимизировать. Задан начальное состояние q0, конечное состояние q1, и вот так вот, собственно, ставится наша задача. Ну, уравнений пока нет, уравнения будут впереди. Ну, как ставить задачи? Несмотря на то, что постановка задачи очень простая, но задача решена, как говорят, построена оптимальный синтез, но, в общем, решение было не таким простым, и оно потребует времени. Кое-что я об этом расскажу. Вот. Другая задача – восстановление поврежденных изображений.
Пусть у нас есть какое-то монохромное, например, черно-белое изображение, и будем считать, что оно разложено в семействе изофот, то есть линии постоянно яркость. То есть оно яркость меняется не непрерывно, а есть какие-то кривые, на каждой из которых яркость постоянно. То есть у нас есть семейство изофот. И предположим, что изображение повреждено в каких-то областях, допустим, при передаче там, через компьютерные сети. Требуется восстановить поврежденное изображение, поврежденные кривые, антропоморфным образом. Антропоморфным, в смысле, образом близким к тому, как человек. Для человека показать какую-то картину, где какие-то места повреждены, то он, в принципе, что-то дорисует. И большинство людей дорисуют что-то похожее. Вот мы хотим научиться действовать вот таким антропоморфным способом. Ну, вторая задача. Пойдем дальше. А, ну, собственно, кое-что по этой задаче. Какая идея стоит за рамками? Для того, чтобы написать систему, давайте немного задачу формализуем. Вот у нас есть какая-то кривая AB, и на ней есть поврежденная дуга CD. Давайте мы будем считать, что мы знаем не только конечные точки CD, но и касательные на конца. В принципе, она вычисляется. И вот мы кривую на участке CD по двум касательным на концах дополняем вот этой красной кривой и замещаем ее на исходной картинке. Вот вместо этой пунктирной линии, которая была, появляется новая красная. Конечно, она не запоется с исходом, но важен принцип, на котором будет строиться это восстановление этой красной кривой. Вот это, ну, это в некотором смысле слайд, но такой геометрический слайд. Он не задается по линейным функциям, на самом деле он задается эллиптическим функциям якорь. Но это в некотором смысле слайд. Это решение единственное, правильно? Почти всегда единственное, скажем так. Если мы формализуем принцип, по которому эта красная кривая строится, конечно, у нас принцип разный, то, конечно, решение будет разное. Не, я имею в виду, пока никакого принципа. Пока, а что совпали точки и касательные. Да, да, конечно, да. То есть и задача, как бы сказать, оптимизации управления заключается в том, чтобы выбрать вот из этого множества решений то, которое вот сейчас указано. Да. Да, и эта функция должна измерять тот функционал, который у нас сидит в мозгу. Вот мы хотим формализовать способ мышления человека. Так. Итак, об этом впереди, но теперь я скажу еще об одной задаче, немного я рассказывал о качении сферы по плоскости. Вообще, рассмотрим задачу о качении твердых тел. Пусть у нас есть пара твердых тел. Состояние системы – это контактная конфигурация двух твердых тел. То есть у нас есть одно тело и другое тело, и они как-то касаются друг друга. Значит, какова размерность этого множества состояний? Смотрите, во-первых, у нас есть точка на одном теле, это размерность 2, на другом теле 2. И еще, если мы в этой точке их присоединим, есть еще угол один, на который можно привлечь. Того размерность 5. Получается система в пятимерном пространстве. И мы рассмотрим качение без подкручивания и проскальзывания для этой системы, как я рассказал, для сферы плоскости. Какой размер множества скоростей? Смотрите, если мы рассмотрим другое тело, время мы берем, рассмотрим одно тело. Если мы нарисуем кривую на этом теле, то понятно, что второе тело можно по этой кривой как-то прокатить. То все будет определяться кривой, которая пробегает точку контакта. А эти кривые в каждой точке имеют множество скоростей размерности 2. То есть множество управления имеет размер S2. То есть мы имеем такую систему в пятимерном пространстве с двумерным множеством управления. Критерий качества пока не было описано. Вот здесь, естественно, рассматривать в качестве критерия длину кривой, которую пробегает точка контакта тела. То есть у нас есть точка, она бегает по одному из тел, и мы меряем длину. Длину на другом теле, если посчитаем, она такой же самый. То есть вот мы хотим оптимально перекатить тела из заданной начальной контактной конфигурации в заданную конечную конфигурацию с тем, чтобы минимизировать длину кривой контакта. А это задача фантастическая или какой-то? Есть приложение, более того, мы ее, вот сейчас мы работаем с нейронами для того, чтобы ее применить вот совершенно в робототехнике. Но в том, что исходно, значит, Они касательно понятно, надо, сейчас. Можно, значит, как можно
как можно описать тягочение без покручивания и проскальзывания? Имеется сфера, зажатая между двумя плоскостями. Пущена нижняя плоскость неподвижна, а верхняя как-то двигается параллельным образом. И требуется эту сферу катать. Где такая ситуация возможна? В роботах-манипуляторах. Если у нас есть робот-манипулятор, у которого есть пальцы, это плоскость, будем считать, что они плоские. Если не плоские, то это обобщается. И нам требуется как-то тело крутить вот в руке робота-манипулятора. Потом другое приложение, может быть, дали даже более реалистичное, сфера робота. Сейчас на построении получили роботы, у которых оболочка имеет форму сферы. Если мы вопрос в том, как приводить сферу в движение, есть разные способы, простейший способ поместить какой-то другой робот внутри сферы. И получше этот робот может ехать в произвольном направлении. А обычный робот, машина на колесах, может ехать вперед-назад и может как-то поворачивать. Эта машина не может ехать в сторону. Но существуют такие, так называемые, умные колесные роботы, которые могут моментально ехать в любом направлении. Вот если такой умный колесный робот поместить в сферу, мы получим в точности нашей системы, то есть сферу, катящуюся по плоскости без поручения и пространства. Если при этом считать, что робот двигается не слишком быстро, тогда эта кинематическая модель вполне реалистична. Если быстрее, то там возникает вопрос силы трения, прокручивания и так далее, что сложнее. Но, по крайней мере, геометрические решения для сферы роботов весьма актуальны. Вот такие предложения здесь есть. Сейчас мы на самом деле с коллегами из Ижевского института компьютерных исследований, вот где был Алексей Борисов, погибший, к сожалению, мы с ними занимаемся творчеством приложений наших результатов вот к таким сферам. Я боюсь, что я... 45 минут еще у вас есть. Хорошо, да. Да. Вот, так вот, да, это сфера по плоскости, но можно рассматривать общую систему двух тел, например, как качение сферы по сфере. И эти задачи, даже качение сферы по плоскости, довольно нетривиально. Эта задача полностью не решена. Имеется... Не решена. То есть как оптимально перекатить сферу из одной конфигурации в другую, что известно? Известны кривые, по которым она будет катиться. Это так называемый эластик Эйлера. Совершенно неожиданная связь. Эластик Эйлера – это упругий стержень, который мы держим за концы. И вот он, этот термин принимает разные формы, которые были описаны Эйлером в 1742 году. Оказывается, что сфера оптимально катится по плоскости по эластикам Эйлера. Но неизвестно, в каком месте их нужно обрезать. То есть эластик Эйлера длинные, будут неоптимальны. А вот если бы мы знали, на каком месте их обрезать, тогда мы могли бы поручить решение, значит, компьютер. Пока мы этого не можем. Есть некоторые результаты. Это кривые Безье, да? Кривые Безье все-таки полиномиальные, а это кривые эллиптические, не кривые, это эллиптические кривые. Есть, как правило, хотя зачитается просто, но математические решения уже требуют не специальных функций, не результатов. Ну, просто на прикладном уровне, наверное, полиномиальные решения, они же, ну, самые простые, самые понятные, самые легко применимы. Действительно, абсолютно да, да. Верно, но они будут не оптимальны. Ну, то есть, вот, задача, может быть, наша стоит в том, чтобы как-то аппроксимировать наши решения более простыми, длинными кривыми. Вопрос такой стоит, это вполне разумно. Вот это вторая задача, задача качения твердых тел. Вот эластики, задача в упругих стержнях. Пусть у нас есть плоскость, на которой задан стержень, упругий стержень длины L. Мы задаем начальную точку А0 и вектор касательно в этой точке В0, конечная точка А1 и касательный вектор В1. И требуется узнать конфигурацию, которую примет упругий стержень. Мы просто держим линию за концы и спрашиваем, по какой форме он изогнется. Это задача на плоскости. Понятно, что аналогично можно поставить задачи в трехмерном пространстве, R3, на сфере и других многообразиях. Тоже очень простая задача. Начинал заниматься даже Эйлера. Семейство Бернули занималось. Но задача тоже полностью не решена. То есть оптимальный синтез не известен. Но эсинхронно какая метод из той же серии? Ну, эсинхронно это задача у вас на эскалейшем спуске, это другое. Но это очень... Они же занимались, да? Да, они занимались, конечно. Это в то же время, во время заражения операционного числения. То есть вот, но здесь эта задача почти уже сведена, задача, которая доступна для компьютера. В принципе, у нас есть
программа на большом математике, которая ищет оптимальные схемы. Ну, сейчас вы, то есть ищет видеоформу или... Да, видеоформу, конечно. То есть вот мы как, мы параметризуем все пространство решения, которое описывается в принципе максимум Пантриайна. Оно, конечно, параметрически, ищем те значения параметров, которые соответствуют данным граничным условиям. Да, то есть тут решение тоже, конечно. Вот. Но более сложные задачи, естественно, там какие-то частные решения. Например, задачу об эластиках трехмерного пространства Е3 исследовал еще Макс Бор, будущий Нобелевский лауреат по физике, по кандидатской диссертации исследовал эластики Е3. Но там еще работы совершенно не правовых. Это все совершенно открытая задача. Но эти эластики имеют массу приложений в теории упругости, понятно, и сопротивления материалов. В биологии даже, например, задача о максимальной высоте дерева, изгибе пальм под действием ветра, древесные позвоночники и так далее. Это все в биологии довольно актуально. Потом вот эти сплайны, которые здесь упоминались, теория аппроксимации, восстановление изображений в компьютерном видении. Даже вот в микроэлектронике при моделировании тонких оптических волокон для решения исследования кубического уровня Шреддингера, для описания динамики оси вихря. Опять же, в биологии при моделировании молекул ДНК. То есть имеется масса разных приложений, а вопросов здесь много. Задача Дедон – одна из самых известных задач эволюционного исчисления субъективной геометрии. Я напомню, вот она еще известна из Вергилия, вот, финикийская царица Дедон, изгнанная своим братом, путешествовала по Средиземному морю, и нужно было оградить максимальную площадь, чтобы рыбака. Она оградила от ужаса. Хитроумная женщина решила... Первая задача эволюционного исчисления. Но вот мы поставим двойственную задачу, чтобы не идти вслед за Дедоны. Но типа, понятно, как я говорю. Итак, даны две точки, А0 и А1 на плоскости, и кривая гамма с чертой, которая их соединяет. Вот эта кривая. Ну, мы будем считать, что это прямая, пунктирная. Требуется найти кратчайшую кривую гамма Т, которая выходит из А0, приходит в А1, и так, чтобы гамма и гамма с чертой ограничивали на плоскость область заданной площади S. Причем площадь считается алгебраическая. Если область обходится против часовой стрелки, как S2, то она берется с плюсом. Если S1, минус. Вот так формулируется версия задачи Деду. Ну, это фундаментальная задача на группе Гейзенберга в субливной геометрии, которая широко известна по основанию всей субливной геометрии. Но эта задача, конечно, решена. Вот. И есть ряд вообще неинтересных задач Дедона. Пусть даны те же геометрические данные, но кроме этого дано число С. Здесь не число С, а точка на плоскости С из R2. Требуется найти такую же кривую гамма Т с теми же условиями, но чтобы она ограничивала на плоскость область заданным центром масс С. То есть требуется, чтобы мы попадали в заданный центр масс С. Можно задачу еще более усложнить. Пусть кроме этого... Задан еще эллипс Е на плоскости с некоторым центром А0. Требуется найти такую же кривую с теми же условиями, чтобы эллипс Е был эллипсом инерции заданной области. Эта задача имеет ряд очень интересных приложений. Например, в управлении роботом с двумя прицепами, в задачу качения твердых тел и в задаче о проектировании балок с заданными характеристиками прочности. Здесь имеется совершенно осмысленное механическое робототехническое. Прощение, эллипс инерции, это что значит? Ну, у нас есть область, и мы интегрируем, по области, функции x квадрат или квадрат и x инерс. Это вот момент инерции. У нас есть вообще... эллипс инерции области D, да? Мы берем двойной интеграл от x ds, потом интеграл от, от x квадрат, от y квадрат, от x y. Это будет момент инерции. Это будет момент инерции, ну, не знаю, и он обозначает это момент инерции и x, и y. Не, вот когда здесь x квадрат, вот он так, потому что здесь мерится расстояние до оси. Да, здесь xx, а это интеграл центром xy. Вот. И тогда по этим трем величинам строится некий эллипс, который можно заменить, нашу область G при исследовании движения. Это очень некий Арнольд. Да, очень внушительно это написано. То есть это
выясняются такие моменты второго порядка. По этим моментам второго порядка рисуются эти концепции. Нет, спасибо. Так, ну, я думаю, что я, наверное... Да, ну, собственно, вот про динамические системы я сказал. Про управляемые системы тоже мы обсудили. Да, и вот давайте вернемся к нашему первому примеру управления мобильным роутером. Как можно написать задачу оптимального управления для этой системы? Ну, во-первых, состояние. Напомню, что есть машина на плоскости, которая едет вперед-назад и поворачивается. Состояние системы – это труд x, y, θ, то есть точка, которая расположена на машине x, y, и угол θ, под которым она направлена, к оси x. То есть пространство состояния – это R2 умноженное S1. S1 – это окружность или одномерная сфера. Уже в этом случае мы видим необходимость геометрических методов, потому что пространство состояния не эвклидово пространство R3, а R2 умноженное S1. Топологически это полнотория. Можно представлять себе, что это тор, и внутри него вот область называется полнотория. Вот топологически устроена область так. Вот. Какие системы простые движения? Ну, во-первых, движение вперед. То есть мы двигаемся в направлении тета. Уравнения получаются вот такие. И поворот на месте. Когда мы стоим на месте, поворачиваемся с угловой скоростью 1. Теперь ведем управление. То есть вот те функции, которые мы можем выбирать. Это линейная скорость у1 и угловая скорость у2. То есть система может сочетать эти два простых движения с коэффициентами у1 и у2. То есть в целом скорость с точки есть у1 на скорость линейного движения плюс у2 на скорость углового движения. Это и есть наша правая часть системы, f от q. Вот мы получили управляемую систему с точки... Почему нет уравнения dθ? Почему ты убрал уравнение dθ? А вот оно, θ с точкой равняется 1. Оно есть. Внизу. Да, ну вот оно. Я в том, что вот оно, θ с точкой. Все, спасибо. Да, вообще здесь вот мы обычно мы состояние обозначаем не буквой X, а буквой Q следуя механике. То есть у нас как бы такая механическая терминология немного используется. Вот, это вот наша управляемая система. И вот давайте рассмотрим. Линейная скорость. Угловая. Это тоже, чем мы можем управлять. Для простоты мы считаем, что и линейная скорость, и угловая скорость не ограничены никак. Понятно, что можно их рассматривать в каких-то областях, в кругах, в многоугольниках. Такие задачи тоже бывают, но для простых рассмотрим. Да, тут размерность управления 2, а размерность фазового пространства 3. 3, да. Как говорят в механике, система с... Это называется неполноприводная система, under-activated system. То есть система, которая управление меньше, чем состояние. А почему ты не говоришь это, чтобы всякий паркующий машину решает эту задачу? Да, вот это мне сказать, да. Естественно, да. Если у нас есть машина, и мы хотим ее припарковать в ограниченном месте, то мы никуда не тянемся от этой задачи. Вот есть парковка, и у нас есть одно место. И вот здесь стоит наша машина. Там нужно ее перевести сюда, а инфинитезимально машина не может двигаться перпендикулярно колесу. Тогда мы совершаем сложный маневр. Мы поехали вперед, потом поехали назад, вперед, назад. И в конце концов мы стали сюда. Это будет у меня впереди на самом деле. Но уже... Парковаться сложно, потому что сложно управление, да. И причем сложность в том, что это то направление, которое нам нужно, инфинитезимально запрещено. Система не галономна, то есть она, в ней есть некоторые направления скорости, которые запрещены, но за счет скорных маневров мы можем его организовать. Это априори оно может быть не гладко. Априори управление из класса L бесконечности, то есть время, которое бирует, ограничено. И то есть вот в итоге, в этой задаче оно гладкое, но это оказывается потом, это постфактум, априори. Что, бывают задачи, которые в управлении не гладкие? Конечно, потому что не гладкие, поэтому мы не можем сразу представить. Нет, а даже если бы оно было не гладким, у нас этого направления просто нет. Просто его нет. Его нет. То есть у нас в каждой точке, если мы представим себе трехмерное пространство... Ну, автомобиль. Да. Вот автомобиль... Ну, забыли у автомобиля, что мы можем делать, что не можем. Вот тоже мы не можем. А вот, вообще говоря, вот... Это система в трехмерном пространстве, в которой в каждой точке есть два направления движения. Это поле x1, это направление движения вперед, x2 поворот на месте. И у нас в каждой точке мы можем инфинитезимально двигаться только в этой плоскости. Но не только инфинитезимально, а глобально мы можем совершить переход сюда, а потом переход сюда.
и вот этот переход в запрещенном направлении мы можем реализовать. То есть здесь запретность этого направления вызвана просто правосиятельной системой. Правосиятельная система такое направление запрещено. А главное, что в итоге управление УАТ, которое мы найдем, оно будет гладким, но оно управление будет гладким. И решение в траекториях УАТ будет гладким. Но вот такие точки возврата будут. Почему? Потому что это проект, это же не траектория, это кривая XAT или КТ. Нас поддерживает точка возврата или КАС. Это проекция кривой КОТ на трехмерное пространство. А точки возврата возникает, когда наша кривая касается направления проекции. Когда у нас кривая идет в оси тета, то она проецируется в точку КАС. То есть проекция не гладкая, а решение гладкое. Хорошо. Итак, пока мы написали только управляемую систему в нашем случае. И вот теперь немного поговорим о, собственно, некоторых теоремах, которые в геометрической теории управления есть, по задаче управляемости. Пусть у нас есть управляемая система, состояние Q в неком многообразии M, управление U в неком множестве U из RM. Определяется множество достижимости этой управляемой системы из точки Q0. Оно определяется вот как. Мы берем все траектории Q от T для всевозможных допустимых управлений УАТ. И эти траектории, пусть у нас выходят из точки Q0, а время Т любое не отрицательное. То есть множество достижимости определяется только в начале точки Q0. И все. Больше у нас никаких ограничений на время нет. А можно рассматривать множество достижимости за заданное фиксированное время Т1. Это будет просто достижимость, которая определяется так, что не только траектория берется в момент времени Т1. Вот. Понятно, что это множество, вообще говоря, меньше. И определение управляемой системы называется глобально управляемой, если множество достижимости из точки Q0 есть все многообразие. То есть, иными словами, если из точки Q0, мы можем попасть куда угодно. Интересное свойство также локальной управляемости. Система называется локально управляемой в точке Q1. Если для любого эпсилон больше нуля, даже эпсилон не нужен. Если Q0 содержится внутри множества достижимости. То есть для локальной управляемости нужно, чтобы мы могли пополнить только некоторую окрестность точки Q0. Точка Q0. Предположим, что мы заполняем некоторую окрестность. Да, она лежит внутри множества достижимости. Мы говорим, что в этом случае что система локальная управляемая. Ну, понятно, что система Акрогрозия, но вы зависите от этого. Здесь на самом деле, я прошу прощения, была попытка написать локальную управляемость за малое время. То есть осмысленным является свойство локальной управляемости за малое время, то есть когда Q0 лежит внутри множества достижимости источника Q0 за время не больше эпсилона. Это вот... Получается, вместо Т1 стоял бы эпсилон. Ну, на самом деле... Нет, время ровно Т1. Смотри, у тебя написано Т принадлежит интервалу. Т написано, но это для траектории QAT. А мы берем траекторию Q в момент Т1. Это нужно достижить на время ровно Т1. А чтобы написать локальную управляемость источник Q0 за малое время, нужно внутренность и объединение этих множеств достижимости за время от нуля до эпсилона. Это вот осмысленное свойство, но это свойство исследовано полностью в нелинейном случае только в размерности 2. То есть имеется критерии локального управления для двумерных нелинейных систем. Для трехмерных есть достаточно условий, необходимо, а критерий нет. Да, даже в случае, когда система аффинна по управлению. Даже в случае, когда у нас система аффинна по управлению, то есть с точкой равняется F0 от Q плюс U1 F1 от Q, и Q из F3. В этом случае критерия нет. Да. То есть, дело в том, что это свойство
должны, мы знаем, что оно должно использовать свойства алгебры Ли, пораженные этими полями. И здесь возникают разные скобки Ли. Вот какие скобки Ли вносят в управление, какие нет, до сих пор это вопрос. А это очень практическая задача, конечно. Действительно, конечно, это очень важно. То есть вот мы же движение в пространстве. Да, причем понятно, что если мы хотим двигаться локально, то мы нас интересуют малые времена. И вот даже как мера пространства, мы не знаем по критерии. А вот когда про локальную управляемость говорят, что из любой точки окрестности множества мы можем попасть в это множество. Это то же самое, только в обратном времени движется. Если у нас, смотрите, если мы из любой точки окрестности попадаем в эту точку, то это... Вот как локальную управляемость? Угадать, понимаете? Боже, вот из любой точки окрестности попадает... Да, это свойство в случае самолетной системы в обратном времени. То есть у меня что? Я выхожу из точки и заполняю... Ну, в обратном времени. Вы заполняете окрестность. Да, а здесь обратно. Да, обратно. Это то же самое, абсолютно то же самое. Да. И геометрические приложения локальных проблем в сфере есть. Конечно. Это робототехника тоже есть. Есть, конечно, это очень важно. Мы должны знать, что робот может шевелиться локально и заполнять. Локально. Да. Вообще? Да. Но причем локальная управляемость, она более простая. Потом, если мы знаем локальную управляемость, то мы, в принципе, можем соображать и траектории глобально. Мы берем какой-то путь, и мы двигаемся локально. В принципе, это есть. Это вот глобальное управление с помощью гейтов. То есть такие стандартные маневры. Берутся стандартные маневры, которые гарантируют нам, что мы можем двигаться в какие-то держать переходы между какими-то простыми состояниями. Потом их комбинируют, мы можем строить глобальные траектории. Всегда, да, это очень важно, но... Вот нелинейная задача здесь. Глобальную управляемость все ходим, и локальную управляемость. Вот как при любом эпсилоне больше не надо есть. Давайте. Где эпсилон? Да, вот это отпечатка. Вы правы. Смотрите, там я просто пытался скрести два раза. Сейчас меняюсь. Нет, тут все. Ну хорошо, мы здесь посидим, чтобы понять. Значит, смотрите. Такое впечатление, что как бы это мешает. Да, правильно. Его там быть не должно. Значит, что такое локальная управляемость точки Q0? Что должно быть? Должно быть вот что Q0 просто принадлежит к внутренности множества достижимости. И все. Эпсилон вот в этом свойстве быть не должно. А если мы возьмем локальную управляемость за малое время, то там в точке Q0, то там должно быть вот что. Для любого эпсилона больше нуля, точка Q0 принадлежит внутренности объединения множества достижимости точки Q0 за время t, t от нуля до эпсилона. Вот, да. Просто я там подкрепил, но вы меня поправили. Хорошо. Все правильно. Да. Ну вот, примеры. Наш мобильный робот глобально управляем тут мера пространства. Мы вводим машины. Многие из нас, мы знаем, что машину можно перевести в любое состояние, с любой ориентацией, если применять правильный маневр. То есть это управляемость в трехмерном пространстве двумя управлениями. А вот система из двух катящихся шаров. Как вы думаете, будет ли она глобально управляема? Тут есть два шара, жесткие шары. Они катаются друг по другу. Система пятимерного пространства с двумерным управлением. Как вы думаете, будет ли она глобально управляемой или нет? В смысле, можно ли любую траекторию? Ну, в плане, можно ли шар закрасить, просто катая друг по другу? Нет. Дана контактная начальника, которая она конечная. И ориентация шаров. И ориентация шаров в начале и в конце. Можно ли привести изначально конфигурацию конечным? Как выбирать кривую качения? Как вы думаете? С ориентацией только вопрос. Вот. А вот смотрите, все будет зависеть от радиуса шаров. Если шары одинакового радиуса, то нет, потому что каждый шар будет зеркальным отражением другого. При качении, представьте себе зеркало, по которому мы катаем, они будут зеркальные кули, поэтому при равных радиусах нет. А при разных радиусах, да, но для этого нужно... При неравных, но для этого нужно считать скобки Ли. Это вот по теореме Рошевского-Жоу, который у нас, надеюсь, впереди. И получается задача неустойчива по параметру, скажем так, отношения радиуса. Да, да.
Конечно. Ну, естественно, что же равный радиус – это совершенно специальная конфигурация. Да. Да. Замечательно, что у вас есть лучше. Что? Разного радиуса – это как раз лучше, да, у вас есть система более гибкая. Что одинаковых радиусов в природе вообще не существует. Это же не берется. Здесь в этой науке есть еще одно поразительное соотношение радиуса 1 к 3. Дело в том, что вот смотрите, ну, забегая вперед, этого нет в слайдах, но тем не менее. Значит, вот рассмотрим управляемую систему качения одного шара по другому. Это управляемая система с двумерным управлением в пятимерном пространстве. Геометрически это распределение ранга 2 в пятимерном пространстве. То есть в каждой точке в пятимерном пространстве есть сразу двумерная плоскость. Спрашивается, какова алгебра симметрии этого распределения? Оказывается, что если шары находятся в отношении радиуса 1 к 3, то алгебра симметрии 14-мерная. То есть это особая алгебра G2. Это был известен еще Эли Картан. А если не 1 к 3, то это 6-мерная всего лишь. То есть отношение 1 к 3. Этого никто не умеет объяснять. Андрей Александрович Грачев пытался, там Готье пытался, разные люди пытались, но это вот здесь такие природы дают такие цвета. А вот да, почему никто не знает. А есть какая-нибудь мера вот этой управляемости? На плане понятно, что если мы будем шары менять и как бы приближать их к одному радиусу, то система как-то будет свойства терять постепенно. Смотрите, из-за того, что у нас тут время вообще не ограничено, вырождение будет скачок. Если мы будем брать множество достижимости за фиксированное время, то оно будет схлопываться. То есть оно из полномерного будет превращаться в неполномерное. Если брать... Не объясняют, почему один к трем. Это должно быть ясно. Должно быть, да, но не ясно. Вот молодежи вопросы, здесь много вопросов, которые можно поставить на пальцы. Даже школьнику, пожалуйста. Не только молодежи, вот так и посмотрим. Да, пожалуйста, да. Да. Мы ждем новые силы, да. Тут есть масса задач. Да, это неожиданно. Хорошо. Итак, вот по задаче управляемости что-то мы поговорили. Теперь перейдем к задаче оптимального управления. Пусть из точки Q0 в точку Q1 мы можем дойти за время ровно Т1. Обычно таких траекторий много. Как выбрать наилучшую из них? Пишется функционал качества, вот такой интегральный функционал, мы получаем задачу оптимального управления. То есть есть управляемая система, есть граничные условия, есть функционал качества, который мы минимизируем. Так ставится задача. Перейдем к примеру. Вот опять же, наше управление мобильным роботом. Вот наша управляемая система есть, и мы хотим минимизировать длину пространства x, y, theta. То есть вот такой интеграл от 0 до t1 от корня из x точек в квадрате, плюс или в точке квадрата, плюс это в точке квадрата. Но это переписывается как просто корень из суммы квадратов управления. Вот. Ну и можно показать, что оно, да, ну вот, что от корня на самом деле можно избавиться. Вот. Получается такая задача с линейными управлениями и с функционалом либо однородным степени 1, либо квадратическим. Вот такая задача. Как формализуется задача в области Кохейлера? Смотрите, ну вот эластика – это кривая на плоскости x, y. Будем считать, что мы движемся со скоростью 1, то есть у нее натуральная параметризация, и мы можем управлять ее угловой скоростью. Это с той, что угловая скорость – это управление произвольно. Состояние, как и прежде, трехмерное из R2 на S1. Мы хотим дойти из начальной конфигурации в конечную, а физика задачи здесь закодирована вот в этом интеграле. Мы минимизируем, что вообще минимизирует природа, когда она ищет форму стержня. Упругую энергию стержня. А упругая энергия, это еще предложил Даниил Бернули, оказалось совершенно правильно. Упругая энергия стержня – это средняя квадратичная кривизна, то есть интеграл от квадрата кривизны. Но здесь кривизна – это U. То есть интеграл от квадрата кривизны должно быть минимум. Первые два – это вращение, а последнее – это кривизна. Да, да, последняя кривизна. Мы можем управлять кривизной, да, этой кривой. Только ей. Да, только ей, но через посредство кривизны мы в итоге управляем, конечно, вот такая задача. Особенности, у меня уже времени, сколько мне осталось времени? Минут 17. Давайте я тогда, знаете что, я тогда... 17-18 слайдов из 110, ну,
У вас строго выдерживается принцип Парето, то есть 80% доклада, времени доклада заняло 21%. Абсолютно. Да, ну поэтому давайте я, знаете что, я тогда сосредоточусь вот на этой задаче о мобильном роботе, я расскажу, что для нее получит. Всякие общие слова можно почитать в книжке, но это тоже, но тем не менее, вот давайте я тогда... Да, вот разные тоже были примеры. Вот, вот еще одна полезная задача, может, студенты полезно посмотреть. Вот еще одна задача, остановка поезда, это или тележка Пантряги. Есть материальная точка массы М, которая движется по прямой, под действием силы F, которая ограничена по модулю. Заданная начальная координация X0 и начальная скорость. Требуется подобрать силу F, чтобы точка остановилась в начале координат за минимальное время. То есть, чтобы X1 равнялось нулю. Задача быстродействия. Совершенно верно. Вот это задача быстродействия. Она пишется известно как. Вот. И, значит, я покажу сразу решение. Решение выглядит вот как. Это то, что называется оптимальный синтез. Значит, мы начинаем из любой точки плоскости XY, приходим в начало координат. Здесь есть две такие полупараболы. Мы движемся либо сначала по одному режиму, то есть вот если у нас поезд очень сильно разогнался, то что мы сделаем? Мы сначала его тормозим изо всех сил, а потом начинаем в какой-то момент времени применять обратность. И такая момент переключения ровно один. То есть вот эта картинка показывает здесь. То есть у нас есть управление, которое принимает значение 1 выше этой кривой из двух параболов, кривой переключения, минус 1 ниже. Ну и значение 1 и минус 1 тоже на параболе. Это тоже называется оптимальный синтез. Из любой точки плоскости мы приходим к началу координат с заданным параболом. Но это случай, когда решение очень простое, оно может быть представлено явно. Вот в случае ну, тут вот про эластик я уже опущу. Разные красивые картиночки. Но вот, давайте вернемся к управлению мобильным роботом. Наша задача. Специфика задачи в том, что здесь пространство состояния уже нетривиальное. Это группа R2 умножить на S1. Можно сказать, что это группа неквидовых движений плоскости. X-вид – это параллельный перенос, а это поворот на плоскости. То есть геометрически это внутренность полнотория. Вот. Из-за того, что мы имеем группу движений плоскости как пространство состояния, мы можем здесь применять, ну, это описание этой группы я опущу, мы можем применять здесь вот групповые операции. То есть, вот, если множество же есть группа, то в ней есть умножение, взятие обратного элемента. Вот, в частности, для машин на плоскости мы имеем группу SE2, группу движения плоскости. Вот эта задача является инвариантом задачи на группе Ильича. То есть, в следующем смысле, если у нас есть оптимальное решение Пуатте, и мы возьмем любой элемент группы Q с крышкой и умножим эту траекторию на Q с крышкой слева, то мы получим опять же оптимальное решение. Вот геометрически это очень просто. У нас есть оптимальное движение машин. Мы можем это движение поворачивать вокруг начала координат и выполнять параллельный перенос. Это левый двигатель нашей группы. Вот это геометрическая иллюстрация инвариантности. Задача на группе Ли. Тут общие слова про группу Ли. Общие методы. Я уже это опущу. А мы не можем эту задачу прямо вот полнотории решать? Допустим, можем. Какую-нибудь там геодезическим найти решение именно в самом торе, а потом каким-то образом переместиться в нашу изначальную постановку. Ну, да, но это усложнение. То есть, это усложнение. Это усложнение. То есть вот смысл геометрического подхода, что он избавляется от лишних переменных. Потому что вот, даже если задача, на самом деле, даже если задача в РН, то традиционный метод работы в координатах, ну как в дифференциальной геометрии, при этом считается бескоординатный подход, потому что введение координат часто усложняет картину. Вот здесь мы тоже стараемся, насколько возможно, работать без координат. Вот смысл геометрического подхода. А? Сейчас про это объясню. Да-да-да, ну да, насколько я успею, да. Вот, значит, ну... А тогда можно заказ? Да. А вот такая вещь. Я как-то много лет назад слышал доклад, в котором говорили, что эти подходы управления применяются в айфонах. В айфонах? Ну, это у нас не включено. Нет, у меня этого нет. Но, может быть, смотрите, ну, что, может быть, не в айфонах, а вот в этих самых, в
системы GPS, глобальные навигаторы, это безусловно применяется, да. В этом плане, ну, потому что это геометрия, потому что GPS работает на какой-то триангуляции, там ставятся спутники, и потом дальше собирается. Это с механикой задач связано, да? Там же все-таки электроника, я просто здесь... Но, дело в том, что бывают задачи электроники, которые тоже допускают эти подходы. Вообще, где этот подход оказывается успешным? Если задача имеет не слишком большую размерность и много симметрии при этом. Типичные задачи, которые полностью решены, ну, исчерпываются размерность, пожалуй, 5. Дальше никак. Есть общие результаты, которые позволяют искать максимальные траектории, когда оценить оптимальность, писать условия оптимальности второго порядка и так далее. Но чтобы полностью получить решение, должна быть небольшая размерность и много симметрии. Ну вот, это наш факт. Бывает, задачи надо приложить, даже вот сейчас вот в квантовой механике применяются эти подходы в обработке изображений. В общем, не только в механике, я бы сказал. Хорошо, и вот, значит, теперь давайте, да, вот вернемся к задаче управления мобильным роботом. Вот эта задача здесь просто переписана. Что по этой задаче получится? Вот для завершения я скажу. Ну, во-первых, доказано существование оптимальных траекторий, то есть между любыми точками оптимальная траектория существует. Получена параметризация траекторий, которые называются экстремальными, то есть те траектории, которые описываются в принципе максимум подтягивания. И описано, из них выбраны оптимальные траектории, а именно для общих граничных условий поиск оптимальной траектории сведен к системам алгебраических уравнений, а именно три уравнения от трех неизвестных. А при некоторых специальных граничных условиях получено явное решение. Описано то, что называется оптимальным синтезом, то есть для каждой точки описана оптимальная траектория, идущая в эту точку. Ну, множество Максвелла, допустим. Описано расстояние, то есть субрюмного расстояния в трехмерном пространстве, которое определяется этой задачей, геометрические объекты, субрюмного сферы, то есть есть некоторая метрика, и сфера, как обычно, это множество точек, удаленных от центра на фиксированном расстоянии. И рассматривались приложения к восстановлению поврежденных изображений, разработан программный комплекс для восстановления изображений вот на основе этого подхода. Ну вот несколько картинок. Здесь вот представлены экстремальные траектории общего вида, то есть вот, как машине двигаться оптимально. Либо она движется вот по такой траектории, здесь вперед, потом назад и так далее, все периодически, либо вперед-назад. Это экстремальные траектории общего вида. Потом бывает движение такое по трактрисе, то есть с одной точки возврат, либо в частном случае, если повезет, то может двигаться по прямой, вперед или назад, либо поворачиваться на месте. Это экстремальная траектория специального вида. То есть оно не единственное это решение? Оно единственное для почти всех граничных условий. Для почти всех. То есть вот пространство в трехмерном пространстве есть некоторые особые поверхности. Если конец находится в нижней косовой поверхности, то оптимальная траектория одна. А если на них, то может быть два или даже четыре решения. Короче, надо исследовать отдельно. Да, конечно. Здесь это исследовано. В этой задаче это исследовано. Вот смотрите, вот пример, кстати, не единственная оптимальная траектория. Одна траектория вот такая сплошная, а другая коллективная. Да. Но вот эти такие двойники оптимальной траектории обычно получаются с помощью некоторых симметрий. А все вот промежуточные условные состояния, вот на правой картинке это, наверное, лучше видно. Тут можно как будто бы вот этот кончик сдвигать немного вниз. Вот этот вниз? Да, как будто бы. Тогда, да, если мы сдвинем вниз, то картинка вся повернется, и у нас эта точка, она будет бегать в трехмерном пространстве по некоторой поверхности. Если на этой поверхности у нас будет два подобных оптимальных решений. А если мы сдвинемся с этой поверхности, то есть, допустим, мы возьмем вот этот вектор и повернем его в сторону, то тогда оптимальная траектория будет одна. Mm-hmm. То есть вот не единственная оптимальная траектория имеет место только на специальной поверхности. Вот эти картинки здесь и показывают вот эти примеры точек на этих поверхностях. Вот. Теперь, значит, здесь приведены уже настоящие оптимальные траектории. Например, оптимальное движение, понятно, банальное движение вперед-назад и поворот вокруг себя на угол до величины π. Вот. Потом, вот примеры двух оптимальных траекторий разных. Если у нас машина смотрит вперед, а здесь назад, то может двигаться либо так, либо
Вот этот пример не единственный. Потом вот пример не, прощение, пример не единственного оптимального движения, причем в таком в трудном, в перпендикулярном направлении. Такое движение у нас было при парковке машины. Когда мы поедем немножко вперед, потом долго назад, еще вперед, мы сдвинемся в перпендикулярном направлении. И между теми же граничными условиями другое решение. Тоже пример не единственности. Вот, ну вот это, я уже на этом останавливаться не буду. Вот здесь эта задача определяет так называемую субрифмовую метрику. Для этой метрики описана субрифмовая сфера. Ну вот это такие геометрические поверхности, которые описывают свойства этой задачи. Вот сферы радиуса от 0 до π, это вот такие, прошли, это вот такие топологические сферы S2, но с особенностями. Субрифмовые сферы всегда имеют особенность. Потом сфера радиуса π, она имеет такое самокасание, а сфера радиуса больше π, это тор. Это тор, но вот тоже с особенностью тоже. Это вот все описано. Потом, значит, это все применялось для восстановления скрытого контура. Вот здесь вот был черный контур, он поврежден на красном участке, и вот мы его восстанавливали. Вот видно, что восстановление здесь и здесь довольно хорошее. Ну вот в случае, когда у нас сетка кривых, восстанавливается, да, довольно приличным образом. Ну и потом, да, вот моими все тогда аспирантами разработан. Ты только видишь, что нам известны две точки. И касательно на конце. И касательно конца, и мы в состоянии соединить, да, траектории. Да. Но мы, прошу прощения, мы считаем, что мы знаем начало и конец, то мы знаем, какая кривая соединяется с какой. То есть это слабое место этого подсказки. Мы должны знать, какая кривая с какой соединяется. Вот. Правильно? Ну, значит, с яркостью у нас же есть информация о яркости. Да, данные еще о яркости. Да. В принципе, это подход должен работать. Да. Вот это вот программный комплекс, который брал просто... А чем вы являетесь удивительным? Это же естественно. Ну, смотрите, значит, дело в том, что она естественна, но дело в том, что вот этот метод, как видно, здесь хорошо реагирует на кривизну. Если кривая была выпуклая, то восстановленная кривая, но она хорошо, на мой взгляд, это восстановление... Это ограничение накладывает, что она должна быть как бы... Нет, это считается автоматически. То есть вот, я только задаю граничные условия, говорю, найди кривую. И она вот найдена и положена сюда, и глаз, если мы нарисуем красный и черный, мы не обнаружим место, где была подмена. И здесь тоже, вот здесь хотя кривая меняет направление. Но потому что восстановление антропоморфным образом. То есть эта модель довольно адекватна. То есть, как по оптимальным критериям, почему удается так? Критерий длина пространства и директора. Вот та самая задача механики, которая была, она работает и здесь тоже. Вот длина пространства и директора. Если здесь работает, да-да. Вот, это программный комплекс, да, вот пример, мы взяли черно-белое изображение и набросали вот этих красных пылок случайным образом, много, восстановили, ну вот на первый взгляд, здесь справа восстановленное изображение, оно мало отличается от исходного. Ну, это прямо как и есть, это такой вообще вовсе нет. Нет, это честно, вот еще пример, значит, вот здесь была сетка линий, мы набросали пустых кругов и восстановили. Ну вот, как это отличается? Причем понятно, где могут быть проблемы. Проблема может быть вот здесь вблизи этой седловой точки, потому что здесь все сложнее, потому что там не одна кривая будет, а две. Но в целом, или смотреть группу, это как исходный вариант, это работает. У нас решение неплохое. Вот, еще другое направление, я уже буду здесь заканчивать, это модель... Натурная модель мобильного робота, которую сделали наши коллеги из Новгородска, на которой мы сотрудничаем, триальный робот. И, значит, мы учили мобильный робот двигаться по разным кривым. Здесь есть так называемая задача Маркова-Дубинса. Здесь оптимальные траектории найдены. И вот мы учили мобильный робот. Это вот наша картинка в системе математика. И вот это реальное движение мобильного робота, как он двигался. Вот есть вот примеры вот того... Как мы обучали двигаться мобильный робот, это движение по так называемой лемнискате Бернули, это такая периодическая эластика восьмерка, это то, что мы хотели получить, и вот то, что в реальности. Пунктир – это заданное движение, вот зеленая линия – это то, что траектория, по которой двигался реальный робот. Ну, еще один пример, такая кардиоида. И теперь, что мы получили в реальности?
Ну, в целом, получается неплохое соответствие для траектории движения робота. Да, тут я встроен в этот прибор. Прибор встроен преобразователь идеального пути в реальные скорости колес. То есть мы знаем траекторию в пространстве ректета, по этой траектории пересчитывается скорость двух колес на роботе, как он видится. Здесь никакая оптимальность даже не решалась. А вот потом более сложная система, когда робот с прицепом, это наш подход тоже применялся, и вот здесь вот мы решали задачу перепарковки робота с прицепом. Вот он находился в каком-то начальном состоянии, и вот после сложного маневра, машина уже находила сложный маневр на основе наших решений оптимального управления, видно, что робот перепарковывается хорошо. И вот еще один, вот это начальное черное положение, конечное серое. Вот такое неинтуитивное совершенно движение было найдено программой в системе Wolfram Matematica. Система в четырехмерном пространстве с двумя управлениями, довольно неуклюжая, но тем не менее, ну, еще последний, пожалуй, покажу. Вот сложное движение, которое тоже вычисляется на основе наших подходов. Ну, пожалуй, здесь это выбегающееся. Ну, да, оно совершенно неинтуитивно, конечно. Потому что это сложно действительно управлять. Даже машиной, машина это можно как-то научиться, а машина с прицепом это выше мастерство. Да. Итак, да, еще были приложения в обработке изображений. Например, ну, вот этот снимок это применение нашей техники задачи о ранней диагностике диабета. Дело в том, что эта картинка сети кровеносных сосудов в голову человека, и она исправляется, если у человека диабетическая ретинопатия. И вот для того, чтобы определять сетку кривых, применялись наши методы. И вот эта вот картинка из реального применения. В Китае голландцы применяли эту методу, чтобы лечить людей. Потому что мы миллионы, миллиарды. Понятно, что вручную их осмотреть невозможно. А к этому заболеванию склонны порядка 10% людей. Вот это все, и это все применялось. Ну и вот завершу этим слайдом с литературой. Значит, такая первая, пожалуй, книга по геометрической теории, это Веремир Джорджей, потом по субрименной геометрии Ричард Монтгомери, потом вот была наша книга с Арием Александровичем Грачевым «Геометрическая теория управления», потом совсем недавняя книга Грачев, Барилари, Баскаин, это, собственно, наиболее авторитетный сейчас учебник по субрименной геометрии. Недавно такое популярное введение, вот мое геометрическое теорию управления, вышло в России и за рубежом. Вот, приспел. Спасибо, Откуда, если когда мы рассматриваем вот рисовку картинок, у нас появляются эллиптические функции? Это вот электрический синус, косинус. Да, да. Они ведь являются решением уравнения с летом, с особыми условиями. Откуда появляется вот эта вот осцилляция внутри, там ведь второго порядка? Конечно, смотрите. Уравнение. Да, это очень... Еще одна загадка. В этой науке много совершенно неожиданных вещей. Одна из них – появление математического магии. Дело в том, что... осциллятор, да. То дело в том, что у нас... Вот этот мир будет более удобно. Давайте, да, спасибо. Значит, на каждом шагу возникает уравнение магии. Откуда возникает? Значит, у нас есть управляемая система. Там кусочки уравняются F, интеграл на минимум. Есть необходимый условие оптимальности принцип максимум Пантриагина. Принцип максимум Пантриагина строит по этим данным некоторую гамильтоновую систему. Там, допустим, так, Q точкой равняется там F1, P с точкой, это импульс, равняется F2. И вот оказывается, что если почти во всех этих задачах выбрать правильную координату для импульсов, то уравнение для импульсов просто переписывается как уравнение осцилляции. Почему? Непонятно.
Ну, это так. То есть, вот если мы напишем принцип максимума Пантрягина правильных координат, то есть мы исключим все лишние координаты, то мы получим уравнение осцилляции. И тогда эллиптические функции. Понимаете, результат. Вот так. А можете, пожалуйста, показать еще раз эластики? Да. Просто... Да, давайте. Это... Я точности видел данные по рисунке, именно на графике. Это... Естественно, да. В моем случае это была траектория частицы в тороидальном поле. Там при вырождении цилиндрических координатах угловой скорости, когда начальная угловая скорость вырождалась, у меня появлялись, собственно, эллиптические функции синуса и косинуса. Вот, сейчас. Да. Вот я их все показал. Это вот тут некий, да. Вот, это тот, что я выдал еще в 42-м году. Да. Это картинки из первого учебника по вариационным числениям. Там уже была задача Бласиких ядер. До сих пор не решена. И вот, а все семейство эластик, вот все семейство эластик, замечательное семейство кривых, которое начинается прямо, потом напрямую немножко изгибаем, все больше и больше, потом возникает замечательная эластика восьмерка или низкатый Бернули. И потом... Есть одна критическая эластика с одной петлей, а потом эластика без точек перегиба. Не инфлексионные эластики, не инфлексионные эластики, и в пределе получаем оплюс. Конечно, это знаменитая симметрия. Оно возникает, задача Эйлера области. Но замечательно вот что, оно возникает, симметрия возникает еще задача укачения шара по плоскости. То есть шар по плоскости может перейти оптимальным образом именно по эластику. Но еще что замечательно, что есть такие непатентные аппроксимации, такие универсальные аппроксимации, общих субременных задач. И вот в неопределенных аппроксимациях в размере 4,5 тоже возникает эластик Эйлер. Это вот такое очень популярное и тоже неожиданное появление таких механических систем вот, в совершенно других приложениях. Еще вопросы, пожалуйста? Ну, если нет, то давайте еще раз Да, я хотел бы сказать, кому эти задачи интересны. У нас много интересных открытых задач. Вот. Молодежи не только обращено мое обращение. Кому интересно, пишите, что мы ищем новых коллег. А еще добавлю, что последняя ссылка, пятая книга, она короткая, сравнительно легко читаемая. Это моя. В принципе, у меня она есть, и несколько экземпляров. Спасибо. Да, последний. Ну, за чей